Да, Редж, извини. О, кого я слышу? Что, собрание клуба проводников окончено? Я просто хотел с ней поговорить. Вдруг она нам поможет. Только вот не надо мне тут опять губы надувать. Терпеть этого не могу. Ты же знаешь, таких людей нельзя оставлять на свободе. Ты не забыл случайно, кто еще относится к таким людям? Это другое, ты не такой. Да, я знаю, я твой брат. Так вот, твой брат просит, чтобы ты помог ему выжить. Если не ради меня самого, так хотя бы... Ради нашего племени. Ладно, что тебе нужно? Спасибо. Мне надо узнать, на что еще годится эта новая сила. А по ретрансляторам ты у нас эксперт. Все, отправил. Это ради племени и тебя. Спасибо. Расскажу, что получил. Я знать не хочу, что ты там получишь. Пока, Реджи, надутые губы. Проныра, тебе попадались такие светящиеся дезовские ящики? Ага, видела такие. По-моему, это чтобы нас выслеживать. Ну, а я придумал, как из них выкачивать энергию. Вот хочу попробовать усилить неоновую способность, которую ты мне подарила. Подарила? И я подумал, может, сгоняем вместе? Научишь меня каким-нибудь новым трюкам? Я сегодня квоту по наркодилерам уже выполнила, так что можно. Умница моя. Да иди ты. Вроде один такой ящик должен быть на углу второй и Мейн. Да, я видела. Встретимся там. Это же скорость света! Топливо на исходе. Пора на заправку. Даже не щекотно. Что? У меня пропал дым? И какой тогда смысл в новых способностях, если теряешь старые? Проныра, нам сюда. Мне и тут хорошо. Не хочу лишний раз светиться. Сейчас такое увидишь. По-моему, это неудачная идея. Справляйся сам, Ди. Вы тут не видели девушку? Невысокая такая, волосы фиолетовые. Опа, я его только задел. Не за что! Без пощады, огонь на поражение. Я слышала стрельбу. Говорил же, нас отслеживают. Я думаю, это был просто патруль. Ну, я нашла еще одну такую штуку. Я оставила тебе метки. Видишь? Неоновый маркер. Да, вижу. Следуй по меткам.
Проныра, я знаю, ты там расправляешься с наркодилерами. Они мне жизнь сломали. Заставляли меня делать жуткие вещи. Я помню, но, может быть, тебе лучше стоит злиться на родителей и на всех людей, которые считают проводников уродами. Не будешь больше отраву толкать, так тебе и надо. Ты про этих придурков из спасательного круга? Именно. Это же они требуют твоей крови. Они сделали из тебя изгоя, устроили на тебя настоящую охоту. Это им нужно заткнуть рот. Ты же знаешь, что я убиваю только дилеров. Я спасаю людей от наркоты. Но даже у идиотов есть право на свободу слова. Это записано в Конституции. Да, тебе нужна помощь? Не то чтобы нужна, но валяй! Это не может надоесть. Так, вроде нашла еще один. Просто следуй по меткам. Ну как, нравится убивать дилеров? Кайфово, скажи. Да, но почему бы заодно не прищучить настоящих подонков? Все бесишься из-за активистов? Ну а че, покончить с ними, вот это было бы реально кайфово. Ладно, как знаешь. Добудь себе новые способности.
Вон он. Иди трясись в свое удовольствие. Ты первый. Ладно, пора выходить на след. Так-так-так, Проныра, похоже, ты расширяешь свои горизонты. Что, у кого-то закончились наркодилеры? Эти идиоты меня достали. Но я их не убила. Просто немного поработала лазером. Да, но тебе же понравилось, признайся. Знаешь, когда мы активистов прессовали, я аж прям завелась. Как тебе надоест искать эти ящики, может, повторим?
Черт, я не знаю, что это, но слышно было даже здесь. Ну, вообще, если вдруг захочешь лично в таком поучаствовать... Я подумала над тем, что ты сказал насчет этих тупых активистов. Да? Да. Они что-то стали меня бесить. Я думаю, пора их научить. Ну, как только подвернется случай, так зови. Ага, это прямо как свидание. Если что, я тебе свистну. Человек из сказки и баллончик краски. А с виду такой приличный парень. Засранец! Дело тебя засрать! Чего толкаешься?
мусор. Помогите! И кто тут охотник? Thank you.
жизнь всегда состояла из бетона. На проводников. Там много экспериментировали с различными способностями. Им нужны были сильные, легко обучаемые и разносторонние бойцы. Все силы, связанные с растительным миром и органикой, в целом пугали. Электричеством, как оказалось, управлять было непросто. Бумага не давала ощущения силы и безопасности. Удивительно, но сила стекла одно время держалась в фаворитах, однако всплыли сложности в ее овладении. Постепенно пришли к выводу, что единственный выбор — это сила Августины, бетон. Для Деза она стала девочкой с обложки. Я сделал мир лучше. Okay.
Всегда пожалуйста. Сообщить о преступлении биотеррориста? О боже, это же биотеррорист! Он так меня пугает! Он невероятно привлекательный! Я не могу удержаться! Милый, за тобой уже выехали. Thank you.
Охренеть. Ну чё? Наши ненавистники собрались на парад. Готов? Готов. Всех ненавижу. О, похоже, Дэс поддерживает этот клуб ненавистников. Да. Как там говорится, друг моего врага не умеет выбирать себе друзей. Это так удобно, что они все собрались в одном месте. Это было весело. Но как же я хочу поджарить кишки тому лидеру. Может, тогда он заткнется? Он должен прийти на одну из этих встреч. Будем их разгонять, пока не найдем его. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну, кто быстрей? Первый выстрел. Эй, вот один фокус, который я называю лазеры. Они такие милые, когда спят. Но их другого лидера нигде не видно. Будем крушить все подряд, пока не найдем его. Ха, так-то до утра.
Ладно, я пойду за тобой. Ну все, ненавистники, прочь из генофонда! Надоело мочить этих мелких сошек с плакатами. Где главный злодей? На следующем митинге. Надеюсь, иначе я сделаю то, что все равно собиралась сделать. Ну тогда давай оккупируем еще немного ночи. Это было не так уж весело. Извини, что бросила тебя. Тебе не надрали задницу? Я даже не заметил, что тебя нет. Я вышла на их лидера. Я у западного конца тоннеля «Пайонир» и иду за ним. Западный конец туннеля «Пайонир». Я скоро буду. Его сопровождает Дес. Они въезжают в тоннель. Я не... Проныра? Проныра!
Западный конец туннеля Пионер. Интересно, она в туннеле? Да, тут точно была проныра. Извините, я тут на задании. Я же сказал, извините. Простите, у меня свидание. Пропустите, пропустите! Ранера, держись, я иду. Ой,
Это сколько вас тут? Куда эта дура ломанулась одна? Херня! Делс, вижу, ты пошел по следам. Да, незаметным таким. Слушай, на выходе из тоннеля миллион дезовцев. Так что выходи медленно и притворись испуганным. Ладно, это будет несложно. Они думают, что тебя поймали, а ты им... Да, вы конкретно меня обложили. Какой у нас план? Навалять им. Навалять – это не план. Да я бы справился. Прихвостень, Дэк! Умница. О, клёво. Ага, путь подходит. Пью-пью. Ночью город красиво выглядит, да? Ну, то есть огни и вода. О, боже. Ты что, превращаешься в девчонку? Нет, раз не нравится, могу помолчать.
Спокойной ночи. Это я, Дэл. Дэл, я бы справился. Меня на углу 5 и Уолл посылка ждет. Ага, иди за своей посылкой, а я тут буду жизнью рисковать. Поверь, тебе понравится. Ну вот, я все. Молодец. Жду тебя на углу 5 и Уолл. Будет круто. Эй, Делсон, включай камеру. Мне есть чем порадовать зрителей. Готов. Не надо, не надо. Привет, Америка. Мое имя Абигейл Уокер, но для друзей и врагов я Проныра. Есть две вещи. Первое, я дружелюбна. Второе... Я никогда не убиваю невинных. И это факт. Скажете, я чудовище, но я не виновата. Из-за вашей ненависти у нас просто нет выбора. Так кто во всем виноват? Может, вы? Эффектный финал. Это был экспромт. Да? А остальное? Как я его продырявила? О, очень зрелищно. Обалдеть. Столько энергии. Куда бы ее деть? Ну, там еще толпа на параде. Перепихнемся. Толпа подождет. Эй, может, найдем место, где нас не расстреляют? Еще на этапе прелюдия. Нахрен прелюдия. Стала лазерами бабахать, просто давно уже не испытывала, ну... Эй, чересчур много интимных деталей. И хорошо, что чересчур. У нас все должно быть чересчур. Рано или поздно они нас прикончат, так что пока надо ловить момент, хватать быка за яйца, ковать железо и делать из него парные кольца для сосков. Я тебе говорю, живи быстро, умри молодым и забери с собой побольше солдат. Нет, мэм, я собираюсь выжить. И ты тоже. Не надейся, мисс Оптимизм. Заинтересовало. Значит, мне туда. Недалеко отсюда как раз есть мост.
Потрясающе! Телефонная конференция. Привет, Проныра. Абигейл, ты забыла упомянуть, что Дес обрушил этот мост, как и 520-й. Слышь, бессильный, не построили и не сломали еще такого моста, по которому не пройдет проводник. Имеет смысл попробовать, Рэй. Но, похоже, теперь ты в надежных руках. Можно не волноваться. Знаешь что, позвони мне, как доберешься. Как ты только его терпишь? Он за квартиру платит. Я к мосту. Привет! Бумага? Ха, ну и проводники пошли. Да притормози ты! Я слишком молода, чтобы умереть! Иди сюда! Сюда!
сюда. Проныра? Нет. Хорошо бы фотку сделать. Не проныра, хотя похоже. Бумажный голубь? Наверное, это его кошелек. Thank you.
Ай да Делсин, ай да сукин сын. Неплохо. Thank you.
новый секс-символ. Ничтожество. Так это же парень с дымом. Пожалуйста, умоляю вас. У меня шестеро детей. Убегает от ее мужа, наверное. Ты наше проклятие. Значит, вот такие они. Мне сейчас некогда. Это твои подмышки воняют. Не убивайте меня! Что Августина права. Люди и проводники не могут жить вместе. Мы слишком разные. Мы слишком опасны. Посмотри на проблему с их точки зрения. Если у человека выдался плохой день, он может пробить дыру в стене или разбить машину. А если у проводника, значит, будут десятки трупов. Проводники принадлежат совсем к другой расе. Здравствуйте, это Дес. Хотите я сообщить о преступлении биотеррориста? У меня нет глобальных планов на это будущее. Но я точно знаю, что тот не сам. Хочу провести Ожидайте. Свои лучшие годы, пугая соседей, или что еще хуже, глядя на мир через колючую проволоку.
Yeah.
наверху. Ох, вот это зря. Сейчас будет круто! Автоматические пушки? Ну так нечестно! Ага, их ахиллесова пята — это задница. Ха, я в тебя верила, Делф. Надо по этим пушкам сзади бить. Да, а полят-то будь здоров. Надоело за своими игрушками прятаться? Thank you.
Слышь, Проныра, я весь мост усеял трупами и обломками. Проныра, бабы, надолго их не хватает. О, черт. Мадам, у вас башню сорвало, вы в курсе? А, ты меня узнал? Как же, как же. Это ж вы взяли меня на месте преступления и потом просто отпустили. А ты изменился? Это вы про дым? Ну да. Говорят, ты освоил новый трюк. Пополняешь арсенал? Не знаю, откуда такие слухи у вас. Я рядовой владыка дыма. Посмотрим. Ну, пока что я ничего не ощущаю. Беседуем. Что-то они становятся все больше и больше. Поддаваться ты, наверное, не станешь, да?